Ми поцікавились у самих випускників, як вони ставляться до того, що цього року в них особливий випуск. І, звичайно, які почуття їх долають в останні дні прощання зі школою. Цього року після останнього дзвоника зітхнути з полегшенням випускникам навряд чи доведеться. Адже на наступний день, у суботу, 12 травня, їх чекав випускний вечір. А ще через день – початок зовнішнього незалежного оцінювання. Та це не завадило молодим людям сміятися, радіти та бути в гарному настрої у цей святковий і водночас сумний день. Сьогодні останній дзвінок і з одной стороны, я, конечно, рада, потому что я ждала этого очень давно, и это была моя мечта, наконец-то она свершилась. Но, с другой стороны, жалко расставаться со школой, и я всегда буду вспоминать учителей и своих одноклассников, вот, поэтому немного волнуюсь. Вы знаете, как-то получилось все необычно, потому что много мероприятий и день за днем, поэтому... Ну, немного тяжеловато, но я думаю, мы справимся, мы новое поколение. Жалко очень расставаться со школой, но я думаю, что мы этого так долго ждали, и это для нас новая ступенька в жизни. Дальше пойдет взрослая жизнь. То это все запомнится, так как мы уникальны. Мы сначала должны были учиться 12 классов, 11 классов, еще Евро-2012, так что мы запомним наш выпускной. Я довольно рада, что все-таки наконец кончилось. Единственное, действительно тяжело будет потом сдавать ЗНО после уже выпускного, последнего звонка. Ну, зато мы уже сдали ДПА и с чистой совестью прощаемся со школой. Я чувствую и расставание со своей школой, со своими учениками, со своими друзьями, близкими, со своими любимыми учителями. И все-таки мне есть надежда, что у меня что-то будет интересное впереди, что-то новое, интересное, какие-то новые знакомства, те же самые новые друзья, новые приятели. Нам очень жалко, что мы закончили школу, что мы расстанемся со своими друзьями, но все впереди, мы идем в будущее, ура! Отстань. Готовимся морально. Очень тяжело. Нам очень тяжело подготовиться, потому что остается мало времени. Нам укоротили программу на год и еще на месяц, поэтому очень тяжело ко всему подготовиться. Купим торт, попьем чай и пойдем домой. Почему? Нам запретили. Конечно, успеем, куда мы денемся.